Всем привет, кто смотрит Майс ТВ. Все самое интересное из Майс-индустрии прямо сейчас. Смотрите сегодня. Новые и парадоксальные возможности для организаторов мероприятий, использующих интерактивные технологии. Тренды командообразующих тренингов. Майс-форум на Украине. Для профессионалов делового туризма на территории Украины в конце марта 2014 года пройдет Майс-форум. На нем будут присутствовать более 150 участников из стран со всего мира. Крупные DMC, мировые отельные цепочки, авиакомпании, туристические и Майс-агентства соберутся в одном месте для налаживания необходимых контактов, а также продвижения бизнеса в области Майс. Кстати, предусмотрена программа и Hosted Buyer. Более детальную информацию мы представим в следующих выпусках Майс-дайджеста. Тренды тимбилдинга. Мы провели небольшое исследование среди российских агентств, предоставляющих данную услугу для корпоративных клиентов. Победил здоровый дух. Именно мероприятия спортивной ориентированности, квесты, активные взаимодействия ради достижения общего результата переживают сегодня бум популярности, как чрезвычайно эффективный метод сплочения коллектива. При том, что командам приходится соревноваться друг с другом, их членам также необходимо эффективно взаимодействовать между собой, что в дальнейшем позитивно отражается и на рабочем процессе. Мы рекомендуем тренировать коллектив при участии профессиональных тренеров. Все чаще профессионалы проведения презентаций и любых деловых встреч обращаются к новым технологиям. Инновационные презентации запоминаются и воспринимаются гораздо лучше. Международные и российские организаторы уже в порядке вещей используют всевозможные мобильные приложения для назначения встреч и с большим количеством интерактивных опций. Сделать презентацию сложного проекта яркой и нестандартной можно с помощью технологии интерактивных очков или дополненной реальности. Таким способом бренд показывает свою актуальность, современность, технологичность, инновационность и так далее. Ратуя за спасение окружающей среды, Майс ТВ призывает вас отказаться от статичных бумажных макетов и добиться значительного вау-эффекта с помощью интерактивных технологий. Статистика говорит в пользу технологий. Презентационное решение на основе дополненной реальности стало самой наглядной и масштабируемой альтернативой традиционным выставочным макетам. До встречи в следующих дайджестах! Будьте с нами и до следующего выпуска. Это Майс ТВ.